Однако здравствуйте, с вами Камиль, и мы продолжаем прохождение Atomic Heart. И в прошлой серии что мы делали? Господи, как мне плохо-то. Я помню, что мы, кажется, убили Белиша маленького. Да? Вот это там. Ёппэ, сколько-то всего. И черный Вовчик. Мы убили Белиша, и кажется, можем сейчас... Да ёп! Почему я всегда жму на Е, чтобы открыть Элеонору? Понимаю, что она этого хочет, но тем не менее. Давай, ублюдок. Поговорим. Далеко нет, не отходи от кассы. Разберемся с ним и будем прокачивать паштет, потому что раз мы подобрали Блин, я забыл, что меня тут дамажит. Подобрали нейромодуль с этого, с Белиша, которого мы развалили в прошлый раз. У меня, наконец, появились силы, силы и желание поиграть, записывать что-нибудь. Да типа на мать! Каждый раз одно и то же. Каждый раз одно и то же. Что-то позаписывать. Вот что я как-то в таком был упадке творческом последние, наверное, пару недель. По как обзор выпустил, так и все. У меня благополучно накрылось. Элеонора, можно, пожалуйста, открыть тебе? Пожалуйста, ну, прокачаться. Элеонора? Как долго держится этот гель? Офигеть. Мы ничего с ним сделать не можем, да? Все. Доступ разрешен. Так, давайте посмотрим паштет. О, мы уже рельсотрон нашли, точняк. Ладно, давайте сначала качнем все-таки паштет. Так, это не то. Во. Во, да-да-да, мы нашли нейромодуль. Окей. Нойс. Теперь можем его качать. Давайте качнем. Качает раз энергии, почему бы нет. Все, все, потратили. Опа. Шикарно, шикарное оружие у нас. Так, где забыл Жигуль мой, да? А, вон там мы убили Белиша, да, точно, точно. Ну как убили, разрушили, это все-таки робот. Здорово, парень. Не подходи ко мне, не подходи ко мне, не подходи. Рвать всех, сука, железо. Так, Че, промазал, что ли? Как у меня попало оно? Да хорош! Ай-яй-яй, сейчас завалит без... Я подъехал, да? Я помер. Шикарно. Так, эти турели меня расстреляли просто. Ладно. Турели меня расстреляли, мы сейчас их быстренько издалека, значит, развалим. У нас тем более есть ракетница, есть калаш. Да, пистолет есть тоже. Так, а мы уже качнули? Нет, не качнули. Доступ разрешен. Так, прокачиваем штет. Установить. Да. Улучшить. О, прикольно, катушка появилась магнитная. Кайфово. Так, ну давай. И тот парень... Ну ты к нам далеко слишком сильно не беги. Свидание. Нас тут не любят, на деле. Вот тут большой карт меня развалил, да? Это САП или Айс, как он называется. Покажи, чему обучен. Я застрял! Ой, блин, там у супер Вовчик. Так, там нужно быстро завалить его. Ну как это работает, смотрим. Отлично работает, замечательно. Мы теперь можем, кстати, не раниться от наших ток электрический. Так, музон. Похоже на музон Ника Гордона пошел снова. Так, вот. О, щебетарь, ну-ка. Персонаж 411. Товарищ Штокхаузен, докладываю. Заграничного журналиста тайком по ВДНХ провел. Он все посмотрел. Глаза от удивления квадратные. Как статья выйдет, они там от зависти лопнут. Санкции опять уведут? Что еще партию роботов закажут?
Странные они народцы, капиталисты. Да, рыночек решает, ребят, рыночек решает. Если что-то выгодно, то ты будешь что делать. Ну, это нормально, как бы, это неплохо. То есть не в плане дохода, тут, мне кажется, глобально в рамках системы мало чего принципиального есть. По крайней мере, в плане взаимодействия с, допустим, условным противником. Если ты можешь у условного противника закупить технологии, закупай. Ну, просто вещи, даже не думай. Ты же можешь, в конце концов, реверс-инжиниринг сделать и узнать, что почем. Так, а здесь есть какой-нибудь полигон? Или нет? Вроде нет. Да так, мы два полигона посмотрели. Ага, понятно. Так, блин, я время не засек. Надо время засечь. Все, вроде засек время. Надо работать дальше. Беги. Так, хорошо. Хорошо. Блин, я подумал, можно сесть на мотоцикл с коляской, но нет. Тут что-то закрытое, да? Да, это конец локации. Давайте поедем на следующий полигон. Уф, и классический, конечно. Подожди, не Жигуль, а Запорожье, да? Я опять забыл, я упорот. Ощущение, что я в GTA, на самом деле. Здорово, пацаны. Ой, там был этот столбик, да? Врезали столбик. Не, красиво себе, классно. Классно. Так, давайте смотрим по карте, куда нам дальше ехать-то. Нам нужен полигон 9. По дороге на мост. Направо, да, сейчас поедем. Слушай музыку. Опа, черный ловчик. Ты что, хочешь этот, кто типа смелый? Ну, давай. Посмотрим, кто смелый. Ух ты, лазер мне пропилить, что ли? Ну, наивный. Блин, убил здесь красноармейцев. Псина. Тронк набрали. Поехали. Поехали, говорю. Поехали. Нечаев. Почему неинтересно с пассажирской двери не хотел садиться? О, кстати, у нас, смотрите, разбито стекло теперь. Фига там, рабочая колхозница, мощный. Ух, лазерные заграждения, что, опять же, логично для такого... для предприятия такого уровня. Так. Спокойно. Еще раз смотрим. У нас тут полигончик. Огончик. Как говорю, Хисока, Hunter x Hunter постоянно. Точнее, говорю, чувак, который его озвучивает. О, пусть фабрика... А, нет, там лазерные заграждения, мы вряд ли... Хотя по дороге, может быть, посмотреть. Ладно, посмотрим, еще успеем. А тут что такое? Это гриф? Так, с камеры, хорошо. Вот тут у нас точка доступа, да? Если что есть. Вот здесь вот. Какая матка? Какая матка? Где она? А камеры, между прочим, отключены. Довольно интересно. А, вот мы, понятно, все, вспомнил. Заражено просто против побегом. Что фиг делать здесь, интересно? Еще матка. Ты этот слишком сильно не радуйся жизни, окей? Сейчас мы просто вот так вот распилим, что мы можем. Блин, классно так она паштета. Сейвгейм, замечательно. О, пошли ремиксы уже. Атомикартовские. Можно мне дальше, пожалуйста? Я еще хочу послушать. Блин, чего шикарно все это все сделано? Прям вообще. Га, побега снова. Не-не-не-не. Я его не видел. Он еще и взрывается, это точно. Чистим это дело все.
О, это взрывная тварь, да, да, точно. Тема от кого-то. Ай-яй. Капец ты. Еще один вылез. Чтобы лето не кончалось. Так, стой. Да мы взорвали, отлично. Да, он турбо залез, был печаль для нас. Когда мы умеем. Это поджарило. Ах ты, парень. Я не ебень впал, да? А, я его убил. Надо же, его атака выносит. Жесть. Так, давайте без всяких зеленых штук, окей? А, было больно. Так, планомерную зачистку. Слушай, там дискотека, блин. Эй, это не взрывайся, я понял, как ты работаешь. Я даже рад, что эти здания закрыты, что я бы офигел их обыскивать. Вроде нас пчелки не хотят трогать, да? О, ну и там разбитый этот шмель. Шо, раз, два. Там такой девиз, откуда столько лезет. Так, вот это уникальные пчелки, да? Можно пофармиться. Окей. А это полигон. Там ра... Подождите, что там такое? Полигон где-то близко. Что это такое? Огневый... А, это огневый култыш. Окей, понял. Так, а на что мы... На этот... На... Макарыч, да, поставили экспансивные боеприпасы? Вроде да. Да-да-да, на Макарыч экспансивные стоят. Култыш не взорвался. Почему култыш, интересно? Что здесь култыш? Я первый раз такое слово слышу. Он понятно, что похоже на наше, но... Я его не помню. Что там? Еще матка. Все заражено нафиг. Ну, это мне не нравится, конечно. Вообще, сколько поулазило. А вы откуда взялись таких количеств? Ой, тут большой чувак, слушай. Откуда мы с тобой заплыли? Застинали. Тихо-тихо-тихо. Слушай, тут у вас много, ребят. Хорош. Ай-яй. А, он взорвался. Лол. Еще один. Бывший красноармеец. Исполнитель невидимо был. Так. Они-то явно пропустили маток, да, большое количество? Хороший микс. Точнее, кавер. Так, ну, как бы нам залезть наверх? Явно нам понадобится эта камера. Туда и полигон. И био... Биораствор, как называется-то? А, я забыл. Биополимер, во. И нет ли биополимера? Я чуть не упал. Так, где у меня базука на шестерку, да? Так, а тебе нельзя посмотреть? Шмель нельзя. Теперь проверяем. Тут рядом с полигоном. А, может нам нужно... Окно включить? А, я понял. Видимо, нам не дадут залезть в полигоны, потому что камеры все отключены. Да ведь? Такое? Гриф 04. Мой гриф присажен, может он починить? Проверим грифа. Да, гриф, кажется, на земле. Вот в чем дело. Ой, блин, опять то же самое сделал. Эх, на улице у нас такая жара сейчас стоит. Парковая 10, не парковая.
Так, вот управление грифом. Как бы у него залезть? В это самое управление грифом. А, понял, все, сознал. Гриф закрыт этими поросли, да? Все равно как-то сжечь его. Хорошо. То есть никак не можно справиться, да, сейчас? И просто не жилец, он капитальный не жилец. Чуть взорвался. О, могла бы нам гриф поднять, как думаете? Хитро, игра, хитро. Я думал, ты мне все сейчас дашь. Все дашь исследовать, оказывается, нет. Я тебе сейчас почки отпущу. Просто гениальный фраза Нечаева, гениальный во всех смыслах. Так, что, я полтуш, да? И говорит, почки опущу. Ну да, есть же действительно. Такое. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, давай-ка без этого. И... Блин, я начинаю влюбляться в эту атаку, она очень классная. О, чувак с мыслью. О, пункт управления грифом, да? Но мы его вряд ли поднимем оттуда, то есть какой смысл? Ого, ну вот это необычно. Беседа живого человека с остаточной памятью погибшего — это одно. Но вот общение двух покойников, такого я не видел. Чего-чего? Двух покойников? Со мной все хорошо. Да-да, конечно. Всем так кажется. Остаточные колебания. Но я, как специалист, могу смело заявить, вы, коллега мой, тоже погибли. Не понял. Че ты несешь? Я жив, здоров. Да неужели? А импульсы, что я считываю из вашего мозгового импланта, сообщают, что майор Нечаев погиб. И довольно давно. Что вы на это скажете? Эх, а какое сейчас тут везде поле для опытов? А вот вы знаете, что я наблюдаю еще один сигнал. И это куда любопытнее. Он исходит. Напрямую. Эй, ты! Ты чего? Полагаю, полимерная память внезапно иссякла, товарищ майор. Давайте двигаться дальше. У нас много дел. Это было очень подозрительно. То есть, окей, Нечаев говорил, что он чуть не погиб, и его откачали. Он прошел операцию. Допустим, сам Нечаев действительно погиб, и он как бы, ну, воскрешен за счет кибернетики в его голове. Его мозг сам по себе не работает без импланта. Может, в этом дело? Но другой сигнал, мне кажется, он имел явно в виду Храза, ведь так? Можно делать что-нибудь шариками? Шариком. Шарики. Ударопрочные шарики — очередное достижение советской науки. Что с тобой сделать? Может, мы должны будем уничтожить эту фигню когда-нибудь? Как-нибудь. Давайте сходим к башне, а потом свалим отсюда. Пойдем по миссии, потому что, видимо, наша лапа кончилась. Не-не-не, полтыш, я два раза на тебя не взорвусь, спасибо. Точнее, три. Это был третий раз. Ну так вот, что я хотел сказать про... Ой, да, я же умею плавать, точно. Про жару. У нас жара стоит на улице капитальная, там 35-36 градусов. Может быть, еще хуже будет. Надо выживать. Хорошо, что вечером попрохладнее. Я сейчас окно открыл, и температура там ровно такая же, как в квартире. А, вон Челомей висит, да? Мощно. Ну, это, конечно, вообще ультра-супер наука. Так, сгейм. Так, ну гриф-то отключен. Почему? Как бы тебя включить, друг мой? Видимо, пока никак, да? Но я думаю, как-нибудь по сюжету развалим этого... это растение. Ну, сможем. Сможем попасть на полигон. Труба. Интересно. Посмотрим, куда она ведет. Надеюсь, смотри, ты же не вздохнешься, ты же ультра-агент и вообще, кстати, полимер. Куда этот пример ведет? Куда-то наружу, да? А, это интересно. По-моему, мы сейчас откроем себе гриф, все-таки откроем. Надо же, случайно заметили. Классно. Тоже воды дофига. Еще один мертвый инженер, бедолага. Есть странные поршни. Так, здесь
Внизу что есть? Вниз я пойду обязательно, возможно, это ход на полигон. А мы пойдем сюда сначала тогда. Где там? Во, гриф где-то рядом. А, мы, видимо, отсюда придем, когда полигон пройдем, да? Заодно гриф поднимем. Я понял, хорошо. Пошлите, пошлите. Мы потом, может, прокачать себе умение надо будет, не забыть. Мертвец, вот, судя по всему, хотя нет, тут явно кто-то размазал его по стенам, бедолагу. Ёбаные роботы. Найдем того, кто это устроил, бьем нафиг. Надеюсь, что DLC для, ну, первый DLC будет хорошим. Я просто очень сильно на это надеюсь. Что он будет именно в стиле игры, наверное, не знаю. Без всякой фигни. О, прикольный, прикольный аппарат для шагов по стене. Свои скороходы. Туалеты. Что, вас никто не встречает в туалетах? Ну, просто протечка, да? В принципе, ничего нового. Но реклама мысли. Вот интересную мысль сказал тот ученый мертвый. Что мы-то тоже мертвы. Но все-таки это может быть последствия операции, которую Нечаев перенес. То есть он же умер. Его, он говорит, что его откачали. И он все-таки мыслит. Ну, если мыслит вместо нас имплант с нашей памятью, то это не слишком большая разница по отношению с мозгом, ведь так? А вот что за второй сигнал, интересно? Второй сигнал, я думаю, это точно храс, но солнце исходит из и вообще, и вообще. Смотри, пожалуйста. Спасибо. Как в Думе сейчас просто поменял оружие. Ну, вы знаете, кто играл в Doom, новые, там для нормальной игры на высокой сложности нужно стабильно... Эй, да ёпары, я застрял за стены. Иди сюда, тварь. Ой, ёпарёк. Эти, отхилимся? Не-не-не. Твою мить. Да хорош. Блин, какой наглый култыш, капец. Конец, заморозили, еле-еле, душа в теле. Кстати, надо снять с калаша, я что-то туплю, много этот, патроны для пистолета перерабатываю на металл. На металл, да, постоянно. О чем Миша говорил? Ах да, про Doom. Интересно. По-моему, еще видеть. Лазер из Димуса очевидно не можем, да? Или можем? Лойки должны, да? Только смотрим. Написано. Регистр 2, регистр 1, сумматор, регистр адреса. Прикольно, прикольно. Через лазер мы пройти должны один раз. А там ничего нет, да? А, наверное, лифт будет, мы здесь пройдем. Музон, Музон, успокойся, мы уже вне битвы давно. Видно, что есть. Нифига не видно. Ну-ка, а ведь можно выстрелить? Понятно. Че лазеры так иначе просто так полезут, потом еще вернемся. Вот, в Думе-то на высокой сложности играешь, что эффективно жонглировать оружие. То есть выстрел с дробовика, сразу смена, потом стрельба. Блин, наезжал. То есть стрельба, удар, стрельба, и ты пропускаешь анимацию перезарядки таким образом. Там еще и апгрейды есть, скорость смены оружия. Да, понятно. Так, синий и желтый, да, двумя частами. Так, я снова неправильно сделал, да? Более того, я еще и сместил. Желтую на одну назад сделал. На одну. Ага, теперь синий с красным. Ёп, красный. Случайно получилось снова, я не знаю, это загадка аутиста какая-то, пардонте. То есть, в плане аутист, в данном случае меня, потому что я не понимаю, как это происходит, но просто происходит. Она вроде легкая, о, это что, свечи, да? А, нет, это хладагер.
и свечи, да? Музыку успокойся, пожалуйста. Ну, то есть, что-то, кажется, она немножечко не к месту играет. Боя-то уже нет. Вот, что я каждый раз что-то делаю и разгадываю до того, как думаю, что сейчас разгадаю. Ну, зачастую. То есть, иногда нет, но... Блин, можно просто? Да, блин, все-таки в меня прям влетела тварь. Опять пошел замес, просто мощный. Подрываем все. Всех. Купаем биоматерию. Кстати, нам биоматериал нужен как раз. Вот иногда, честно говоря, не хватает чего-то вроде фонарика нормального. До свидания. Ой, я использовал электрошок. Электрошок сам находясь в воде. Вот это вот небезопасно, да? Он горит так сильно. Все, все, хочет. Блин, как остановились тут сюда. Очень много. Дорвись просто. Тоже. Сам придем, но сейчас посмотрим, что там осталось. Тупик думает, да, полой? Да ё-моё, какой тут лабиринт-то? Так же нельзя. Так серьезно нельзя. Это просто невежливо, в конце концов. Нет, ну если это полигон 9, то я просто ставлю миллион плюсов за то, что полигоны не одинаковые совершенно. То есть не просто такие, ну, для галочки места для посещения. Ё-моё. Так что дробовик разобрал, блин, это было тупо. Так, всё. Пример, давай, проходи. Странно, да? Кстати, вот это затопленное помещение очень похоже на какую-то локацию из Fallout'а, блин. Ё-моё, ещё одна дура. Где летает? Где свинья летает? Вроде не летает, да? Тут набрали. Всякую мелочь набрали. В принципе, а так как будто больше ничего полезного нет. Ну что ж, ладно. Идем обратно. Вот, там. Похоже на какое-то помещение Fallout. Такое ретро-футуристическое. Но, в принципе, для Союза 50-го... Ё-моё. То есть я сделал вот так. Здрасте. По-моему, волк он тоже ломается хорошо. Хотя ракету тратить было, кажется, опрометчиво. Или опрометчиво. Поправьте мне, пожалуйста, Громар Нации. Блин, они сейчас поднимут себе плохого человека. Еще сундучки. Нойс. Ах да, слушайте, может там свечу я выкинул в самом начале. Ее наверняка куда-то можно вставить. Наверняка. Просто только куда? Давайте-ка обратно за ней сбегаем. Думаю, там явно не просто так было. Я уже про нее забыл, пока бегал, стрелял. Так, где-то вот здесь вначале мы ее оставили, да? Так, вот хорошо. Давай посмотрим, куда можно ее вставить. Я просто не видел ни одного свечеприемника, так сказать. А вот что нам сходить за чаем. Будет возможность. Да не ставится? Не ставится. Куда ставится? О, ее как... Слушайте, я могу использовать как хороший фонарик. Окей, здесь вроде бы ничего, да? Совсем ничего. Всегда чего-то не понимаю. Ладно, бежим. Хорош, не чай, бегай быстро. Все-таки, хотя вначале я ругался, что шифта нет как такового.
Но сейчас это кажется даже более удобным. Ступиканзе. Есть. То же самое, да? Сколько я помню. Опа. Опа. Что такое интересно? А можем мы делать вот так? Нет. Так, нет. На что кинуть я забыл? Нет. Так. Так. Кидать можно еще? Нет? Кажется, нет, да? Я думаю, мы можем ее выпнуть наверх, как бы. Или это просто альтернативный вход на локацию. Не, может, свеча нужна где-то в другом месте? А, стоп, мы... Ё-моё. Свеча. Может, нам нужна здесь? Здесь вроде тоже ничего нет. Давайте вернемся назад. Я думаю, это место тут как этот альтернативный вход, судя по дырке в канализации, в потолке. Ну, то есть, как по люк, дырка в потолке, ё-моё. Я гений. Так. Вот мы здесь эту штуку взяли. Хорошо, допустим. А, заметьте, да? Есть штуки. И мы можем, возможно, их загрузить. Вот, я... Ну, вы поняли, да? Можно нам через штуки загрузить. Хорошо. Еще. Еще давай. Так вот. Погнали, погнали, погнали. Не-не-не. Чай, не сюда. Сюда. Загружаем. Эмбит похож на эмбит спрея. Возможно, в прошлых сериях я это говорил, но уже не помню. Вот этот, там, кажется, прям назывался нейромодус. Что такое? Нейромодюльс, точнее, если быть более верным. Фантастически корректным, так сказать. Да ё-моё, ну Нечаев. Нечаев, ты... Ну, слава богу, еле-еле. Душа в теле. Давайте в дальнюю сейчас окно ближнюю. Хорошо так побегал с этой свечой. Допустим. Прикольно. Легкие, но все-таки головоломки. Оп. Последний. А здесь даже для еще есть патроны для охлаждения этих штук. Так вот. Нечаев, пожалуйста, Нечаев. Ты иногда так капризничаешь, я не знаю почему. Ой-ой-ой. А, все, мы возможно сожгли этого чувака и сможем... А, мы можем туда залезть, да? Наверняка. Сожгли всю живность. Допустим, что это нам дает. Можем что-нибудь нажать здесь? Еще не можем, да? Перезаряжайся, откроем обратно. Там дыра в стене, в которую я не ходил. Опа. Что такое? Сундучок, сундучок, хорошо. А, нет, это мы здесь были. Может, все, можно выбираться и открывать грифа? Может, в этом был смысл? Давайте проверим. Пойдемте назад. Будем смотреть. Опа. Это как это пропустил это? Торопился убить штуку, наверное. Матку. Оп. Ну, моей мини-реакции хватает для того, чтобы открыть такой замок. А, ну да, вот мы вернулись назад. Да, я думаю, мы сожгли сейчас растение, которое мешало подняться гриф. Теперь сможем выбраться отсюда. А только через трубу, да? Никак иначе? Давайте. Проверим. Проверим грифа. Он по логике должен уже летать. Конечно, побег эффективно выключил грифа. Так, да, он летает, летает штука. Давайте сходим на камеры и выключим, откроем все, что нужно себе. Так, полигон. Полигон где находится? Вон там, все окей.
Так, откроем и будем заканчивать, наверное. Я уже не помню, что я делал в этой серии. Я кого-то только делал, что искал выход для грифа, да? Так, хорошо. Вот эту штуку откроем. Еще что-то открыли, да? Кажется, открыли все, что нужно открыть. Давайте спускаться обратно. Можно и грифы временно вырубить, и на полигон сходить. Сейчас по логике там должны быть роботы, ведь так? Идти-идти. Золотой рывок не работает, ясно. Нечаев существо сухопутное. Пикс. Блин, вот схочется. Что-то я чувствую себя усталым. Было приятно работать с вами, майор Петри. Сожалею, но нас сейчас убьют. А блин, а в смысле? В смысле второй уровень? За что? Какие-то здесь мы что-то открыли. Надо срочно что-то сваливать. Так, проверка. Один чаев. Что мы здесь открыли? Мы что-то здесь открыли, но я не понял, что. Ёпарэ, понятно, мир славит, да? Я знаю, куда. На крышу. Так, оп. Оп, а, все, все. Отлично. Пожалуйста, только не сбивайте меня с крыши, пожалуйста. Я не хочу падать с крыши. Пойду в дивизию. Лазеры. Не вижу лазеры. Музыка в серии очень агрессивная. Кто еще? Кто еще хочет меня? Оп-оп-оп-оп. Человек классный выглядит. Я вот жду не дождусь, когда буду выгонять на нем. Все-таки, блин! Я жду DLC для атомик карт. Мне так... есть какие-то опасения насчет концовки? Типа слухи проходят, но чур без спойлеров. Окей. Я все еще... Все еще не знаю, что там будет. Вот, так что да. Так, а ну вот где-то здесь, да, допустим. Здесь можно сделать. Так, давайте не то. Вот это. Мы здесь открыли. И где? Просто на миллион. Я же точно был не на полигоне? Точно нет. Ладно, давайте еще смотреть. А, больно. А, давайте схилимся. Мы открыли дверь в дом? Вариант. А, вот, все. Полигон, замечательно. Ну все, в следующей серии будем полигон открывать. Прикольно, что прям последуется открытие полигона такая, ну, неочевидная, неотмечаемая. Прям приятно. Я думаю, да, то будем в следующей серии продолжать. Сейчас немножко передохнем. Я пойду за чаем и буду писать следующую серию. А вам желаю хорошего... Извиняюсь, времяпрепровождения. Хоть день вы бы это не смотрели. Так что да, всем спасибо за просмотр. Всем удачи и пока. Еще услышимся.